А потом мы придем к Моргенштерну в кайф и прямо перед ним послушаем это на телефоне и спросим, ты как это сделал, Моргенштерн, ребята? Но как это и будет, если на этом видео будет 20 тысяч лайков. В общем, всем доброго времени суток, мои многоуважаемые зрители. С вами Боди, и сегодня у меня в гостях Кирилл. Всем привет, ребята. И, наконец-то, мы смотрим впервые «Розовое вино 2». Я еще не смотрел ни одного слива, ни одного тизера, ничего. Богдан, а ты? Я тоже ни одного. Да. Вот у меня стримы ежедневно в 19:00 по Москве, как вы можете заметить. И меня на стримах все просили послушать «Розовое вино 2». Я не слушал вообще ни сливы, ни... Что там еще было? Сниппеты вообще. Типа, да, сниппеты, я тоже ни одного. В общем, ребят, я буду слушать. Если что, ссылочки на мой канал с реакциями. Вместе с Богданом, кстати, есть реакции. Переходите, подписывайтесь, есть в описании. Погнали. Сегодня слушать. В 19:00 по Москве будет стрим. Я там на телефон собираю. А вы поможете? В 19:00, ты же хотел пораньше. Ой, точно, извиняюсь. Точно, в 16:00, наверное, да? Не, в 17:00 пройду. В 17:00. Ну, когда он решится, ребят, чекайте, короче, подписки и увидите стрим. Погнали. Ставь ставку, это Моргенштерн или Янг Трапа? Это Янг Трапа, я думаю, я вообще не знаю, чьи это может быть. Почему они назвали это «Розовое вино 2», как будто это какая-то отсылочка к обычному розовому вину. Ну, слушай, я не знаю. Кстати говоря, ребят, скоро 2 миллиона на канале, и у нас скоро будет конкурс и розыгрыш кое-чего, но я не палю пока чего. Поэтому, ребят, если вы еще на нас не подписаны, давайте подписывайтесь, ну правда, потому что здесь мы пытаемся делать качественный... Ну, как минимум, качественный. Я знаю, где просто комментарии тебе разнесут качественные. Качественные реакции, хотел сказать. Смотрите, мы повысили качество, теперь мы вдвоем в одной реакции. Вы у кого-то хотя бы такое видели? Мне теперь все пишут, как вы это сделали, вы что, как вы сломали систему? Да еще и с хромакеем, погнали. То, как ты трясешь этим, я не могу поверить, я никак... Это, погоди, это Янг Трап. Чем этим? Это Янг Трап, явно, да. А чем он трясти должен, я не понимаю. Нет, он говорит то, что я не могу поверить, как ты трясешь этим. Чем этим? Бутылкой розового вина, точно все так. Точно, точно. Да не видел жопу, как твоя. Я курю допинг. Что это такое? Я не знаю, что это такое, но... Что мне включил? Точно настоящая песня? Твою жизнь. Скорее всего, настоящая, да. Это настоящая песня. Ты уверен? Я думаю, да. Ну тут он пишет, Моргенштерн Фэмили, красиво. Красиво, вот пишет, так много шума. Ну давайте, давайте слушать. Я выдыхаю дым прямо на тебя. О, дроп. Я надеюсь, то, что в этом, в припеве сейчас будет Моргенштерн. А то я боюсь, если он в конце только будет, то мне кажется, песню мало кто дослушает. А прикол, он будет такой еще, будет бурить, как в Лолипапе, будет такой «Я-я». Все слова Моргенштерна. Ну, возможно. То, как ты трясешь этим, я не могу поверить, я никогда не видел жопу, как твой... Песни про жопу. Кирилл, мы точно открыли розовое вино 2, теперь у меня к тебе. Теперь у меня к тебе такой вопрос. Да нет, ну мне кажется. Ну включи ВКонтакте на секунду, проверь, типа там то же самое бить, типа в официальном релизе. Ну-ка. Твою. Это оно, да? Где вот? Так, ну ладно, давайте слушать дальше. Я курю допинг. Крутая тема. Он крутая тема, что он сказал? Допинг, ой, реклама допинга какого-то. Не понимаю вообще, зачем. Это походу. Ребята, это все плохо, ни в коем случае ничего не курите. Осуждаем, осуждаем. Никогда в жизни ничего не курите, это все очень плохо. И вообще это плохо сказывается на здоровье. Да, к этому мы плохо относимся, поэтому никогда в жизни ничего не это. Выдыхаю прямо на тебя. Я курю допинг. Да ты заколебал курить его, господи, это да перестань, вот, чувак. Просто понимаешь, Моргенштерн, он какой раз уже троллит аудиторию, он делает подогрев, это будет пушка, это будет разнос, по факту, это обычный трек Янг Трэпа, он в последнее время вот так всякую штучку делал такую, типа, особо не качающую, но вот я думаю, сейчас будет разнос чуть дальше, давай слушать. Крутая тема, моя десна не имеет, никто так не умеет. Кирилл, я не понимаю, знаешь чего? Какого хрена? Чё? Это точно Янг Трап так поет? Да, он... ну да, ты же проверил ВКонтакте, там то же самое. Погоди, стой. То есть, хочешь, я просто ни разу не слушал Янг Трапа. Ну, он в последнее время делал какие-то похожие песни, я сам не слушал их, типа, много, но какие-то слышал, было такое что-то. Ну, хорошо, так. Ладно, ну, ладно. Любим делать деньги, наркотики и деньги, не забывай о сексе.
Кирилл. Так, я надеюсь, после минуты все изменится. Я надеюсь... Так. Слушай, я надеялся, что в припеве... А это оказался припев, Кирилл. Я надеялся, что в припеве Моргенштерн будет, а тут оказывается, что вступление... А что, если это пел Моргенштерн с автотюном? Для леди сделайте мне минет, само собой разумеется, малыш... Твою мать, что это вообще такое, господи? Мне кажется, Моргенштерн такой, я люблю реакции Боди, потому что он каждый раз говорит, какая крутая песня, давайте в этот раз сделаем полную дичь и посмотрим, что скажет Боди. Да, так. Будет ли Боди подлизывать жопу мне или нет? Нет, Моргенштерн, ну вы пока бит что... Бит качает, бит чуть-чуть качает, я вам так ну, скажу. Ну не знаю, я вообще не могу слушаться нормально в бит, когда слышу вот это. Мишка, ты в порядке, и я в порядке тоже, когда ты трясешь жопой своей... Нет, хороший бит. Хороший бит. Да. Ты сейчас, наверное, слова время, слышал. Время а сейчас, слова... ребята, 00:00. То есть мы с самого начала слушаем этот трек впервые, чтобы понимали, трек во время релиза. Да, если что, вот я даже... Ну, сейчас, погоди. Да, 00:00 сейчас. Вот, даже нет, не 00:00. Ну, мы же сколько-то смотрим, да, потому что вот так. Вот, уже больше. Смотрите, я что хотел сказать-то. Кирилл, он что-то про жопу еще спел, да, сейчас? Я уже слушаю бит и жду, когда споет Моргенштерн. Бит, кстати, хороший. Сам по... Я вот сейчас послушал, знаешь, какой-то клубничковый такой, день, да? Клубничковый да, такой. Да. Но на следующий день, знаешь, что будет? Моргенштерн украл бит, снова плагиат. Я не знаю, на что, но типа сейчас все может быть. Откуда вот это дерьмо можно украсть? Ну, типа, именно, ну, типа, не инструментал, а именно учительно. И хорошей жопой, своей упругой жопой, этой холодной ночью. Нет, у меня есть подозрение, откуда они могли украсть текст. У хлеб. Ну, там что-то было чуть похоже, но не такое вообще. Ну, там, помнишь, что-то про жопу тоже, про пердеж было у них? Че, не помнишь? Не помню, ребят, кто помнит, напишите название трека у хлеба, у них вроде нормальные песни. Было, только я не помню, где, что-то я замечал, но это было смешно, забавно. А, вспомнил, они там еще делали фит с Моргенштерном, с Джарафовым, ну, так это там они по фану спели, обычно у них такого нет. Ну, хорошо. Клянусь богом, люблю секс и не хочу меняться, после позвони мне. 8-8. Слушай, скажи мне, пожалуйста, он на ходу сочинял, как я понимаю? Это фристайл, походу, да, ребята? Кстати, я вот хотел понять, погоди. То есть, получается, Янг Трапа, учитывая то, что я сейчас слышу, так. Он заплатил Моргенштерну бабки за то, чтобы он сделал с ним фит. Нет, это... мы просто не могли... Ты, как бы я слышал всю эту тему. Янг Трапа считается легендой. То есть, раньше он был на хайпе, давным-давно когда-то он был на хайпе, и сейчас Моргенштерн такой, типа, Янг Трап, вот ему респект за то, что он был раньше такой крутой, дай с ним фитану. История вроде такая, и, по-моему, никто никому ничего не платил. Ну, давай послушаем дальше, ладно. Так. Попробуй скептически относиться к этому. 112. Алло, клянусь богом, люблю секс и не хочу меняться. Трапа после... Там с вышлым Моргенштерном был. Да, на раз. Бэках, на бэках. Да все, он вот на бэках. А сейчас это не он разве? Вот он сейчас на бэках будет постоянно. Да. Ну, ладно, хорошо. Если относиться к этому скептически, в принципе, под это подпевать можно. В машине, мне кажется, хорошо будет звучать с таким битом. Да, едешь с девушкой. Не, жопа, мне кажется... Жопа, нет, не, замечательные это слова. Мне кажется, это если вот один будет водитель трезвый водитель, и остальные будут на задней сидушке сидеть бухие, то это круто. Тебе другого варианта я не вижу. Я тут представил, как бы... Это снова он поет, там... Что-нибудь нарежет, как я говорю, жопа? Нет, ребят, не надо, пожалуйста, не надо. А, это он сказал? Нет, я сейчас вот говорю эти слова, потому что кто-нибудь нарежет, и будет ремикс, как у капусты, только я буду говорить жопа много раз. Ну, я тоже могу сказать жопа. Мне тоже можно к себе в нарезку. Не могу поверить, я никогда не видел жопу, как твоя. Жопу, как у кого? Как твоя. А, я думал, как у коня, господи. Я до конца думал, что как у коня какая-то жопа там. Хрен поймешь и просышь, что он там поет. Окей. Я курю допинг, плавная тема. Я выдыхаю прямо на... Осуждаю, если что, к этому плохо относимся, вот. Вообще, ну типа... К вину тоже плохо относимся, пить плохо. К нарко этим плохо относимся, к алкоголю вообще тоже плохо. Поэтому, ребята, ведите реально здоровый образ жизни. Вот, и все. Когда ты трясешь этим, я не могу поверить, я не... Боже, я не понимаю, когда он поет, когда ты трясешь этим, у меня ощущение, будто бы ему нравится, как там кто-то трясет яйцами, ну честно. Вот почему-то у меня в голове вот именно это. Такой тюн жесткий, у меня голова кружится от этого тюна.
А, кстати, у меня, если что, альбом там выходил, можете послушать. А вообще подписывайтесь на нас, у нас ежедневно ролики выходят. Никогда не видел жопу, как твоя. Я курю допинг. Твою ж мать, ну пожалуйста, прекрати уже петь припев. Я хочу Моргенштерна услышать. Пожалуйста, что-то крутое. Сколько можно? Он уже четвертый раз это пропевает. Подожди, теперь ты понял, почему он не дропнул это на канале Моргенштерна? Нет, ребят, теперь... то, как мы поняли, это официальный канал Янтрапа, и вот здесь как раз ровно... Да, это официальный Янтрапа, там даже, видите, вот этот... Ну, короче, нормально. Опа! Опа! Дождались! О. Дождались, Кирилл, сейчас он скажет, бэйби, я так люблю твою жопу! Надеюсь, нет. Так, пожалуйста, знаешь, что-нибудь другое. Знаешь, будет смешно, если там будет еще хуже. Здесь я вообще в шок упаду. Бэйби, твои глаза, твои дреды, люди вокруг нас всего лишь пар... Ты понял? Отсылка к «Розовому вину», понятно, окей. Твою ж дизю. Он, этот, от LG это пошло, да? Да. Теперь понятно, почему «Розовое вино 2», наконец-то. Ну, кстати, неплохо, на самом деле. До этого было вообще непонятно, к чему здесь «Розовое вино». Ну, погоди, ты там даже припев у Young Trap'а был как припев «Розового вина», разве нет? Не-не-не, он был очень далек. Может быть, чуть по интонации. Под мефом мы на первом. Нам папа трэпом варит крэка. С нами тут фана... Нет, очевидно то, что это не должно попасть к Моргенштерну, потому что хуже я еще ничего не видел, если учитывать фитов. Фиты. Ну, это фан. У него фиты уже были разные смешные, типа это продолжение фана. Понимаю... Нет, я могу сказать с уверенностью то, что мне кажется, что Моргенштерн на официальном канале это не дропнет. Я готов сказать с уверенностью, что если был бы фит с Боди, он был бы лучше, Моргенштерн. Ты обрати внимание, там есть гоу-фит, как бы. Который миллион просмотров почти забрал. Только дорогих чилианов. Детка делает там, будто бы не видит мама. Хорошо, вот это было хорошо. Ты знаешь, похоже на частушки «Сектор газа». Вот сейчас вот кто шарит, тот поймет. Боже, очень интересная интонация здесь какая-то. Ты тоже в детстве, да, слушал «Сектор газа»? В детстве, блин, да недавно. Погоди, а ты слушал «Турбина туриста»? Нет, но это другое совсем. «Золотые яйца» тоже. Ну, я слышал, но вот здесь конкретно частушечки. Ну, давай дальше. Детка делает так, как последняя слава. Брюликом не важно... Да, это как стишок, знаешь, грубо говоря, частушки, стишки. Да. Окей, хорошо. Два веселых гуся были бабушки. Точно, Кирилл, вот, ребят, вам. Только ты на них сосала. Ведь сосать это талант. Я просто в шоке буду, если, боже мой, просто, Кирилл, ты понимаешь, это просто самый легкий мотивчик, вот это та-та-та-та-та-та. Они его не то, что даже записали, они его записали вообще на пох, потому что здесь об одном и том же поется. Как кто-то у кого-то сосет. Но вдруг за последнюю минуту мы сейчас почувствуем что-то сверхразносящее, давайте. Это так, да, это так, сосать это талант. Это так, да, это так. Нет, Кирилл, здесь ничего нового не услышал. В смысле, нет, это не талант, это дай у каждого, типа, все это сейчас так скажут. Кирилл, ничего, Кирилл, мы... Ребят, не обращайте внимания, что сейчас трясу головой, мы только что снимали 3 часа ролики, и у меня очень сильно болит голова, и еще это меня добивает, просто меня вот... Это просто какой-то, это какой-то, я не знаю... Так сосать это талант, это так, да, это так сосать это талант. Моргенштерн, я понимаю, что сосать это талант. Ты нас уже убедил в этом, спасибо. Он уже 4 раза это сказал. Почему он повторяет это? Сейчас будет до конца песни. И сосать это талант. Ну, может быть, в конце что-нибудь такое говорил мне. В конце. Это талант твой. И заканчивается песня. Так. Если хочешь быть богатой, начинай сосать. Мощнее, когда ты трясешь. Не, Кирилл, это забавно просто. Но это смешно. Это смешно. Ребят, если эта реакция набирает 15 тысяч лайков, выходит еще одна реакция на этого боди на канале. Точно, ребята, если эта реакция наберет 15 тысяч лайков, мы выложим еще одну реакцию на это. А если наберет 15 тысяч лайков, я еще и на своем канале выложу обязательно эту реакцию. Там ссылочки есть в описании. Все верно. Я не могу поверить, я никогда не видел жопу.
О боже, жопу как у кого там? Кирилл, как твоя, он говорит, как твоя. Я думал-то то, что жопу как у осла или у кого. Что, Богдан, будешь кавер делать? Ты это супер шедевральную песню. Да, точно, кавер. Как ты, господи, знаешь, Кирилл... Что вы там, ребят, писали? Моргни, если ты в заложниках. Это в заложниках, подпустите меня. Я тоже сейчас поморгаю. Зачем мы снимали на эту реакцию? Зачем мы это делаем? Ну, Кирилл, короче, здесь ничего... Песня про тверк. Им, короче, нравится очень сильно тверк, когда трясут попой. Сверхъестественного точно здесь ничего не будет. Это я уже точно знаю. Вот все. Ну мы же должны дослушать, как бы. Не знаю, что здесь еще может быть. Ну поверить, я никогда не видел жопу, как твоя. Я курю. Ой, да отвали ты уже, господи, как он меня достал. Богдан, думаешь, это при нем, говорит, Богдан, у меня в этой жопе, я не показывал свою жопу? Нет, да нет, просто я постоянно слышу про этот гребаный допинг, про то, что ему жопа нравится, как у утёк. Я просто представляю, что если вдруг выйдет клип, там будет 100 девушек тверкаться такие. Подожди, клип должен быть клип Моргенштерн у себя в историях, когда они были в Питере вместе с Янг Трэпой, и говорил, ребята, все самые красивые девушки Питера мне нужны сегодня. И они снимали клип в лимузине, там, где они тверкали, я видел это по истории. Значит, клип на это будет, и он, скорее всего... Ох, ё-моё, это будет трэш. Это будет трэш, ребята, ждите, реакция не заставит себя долго ждать, я думаю. Мамочки, вот и сказал. Да, прямо на тебя он выдыхает дым, я в шоке. Ой, короче, в принципе, тут уже почти конец, и я знаю то, что там так и продолжится об этом петь. Ну, максимум, может, он в конце, кстати, какую-нибудь приколюху вставит, типа «Пошли все нах!» Что-нибудь типа этого, мне кажется, он может сделать. А еще он напомнит, что не то есть еще и грудь. На всякий случай, да. Да. А, ну дальше чистый инструментал пошел. Ну, на всякий случай. Не факт, вдруг что-то вкинут. Ну, что ты? Ну, ставку какую ставишь? Сколько вот? Вот Слава, что ты сделал? Слава? Ты думаешь, Слава это сделал? Мне кажется, не факт. Не, мне кажется, это мог. Ну, стиль не тот, мне кажется. Нет. Не, Кирилл, там очевидно уже все. Серьезно, ничего даже не будет? А зачем туда оставлять? Ну, короче, не... В смысле оставлять? Ну, дай две секунды, еще давай послушаем, вдруг там что-то есть. Кирилл, вот тебе вот... Ну, я люблю друг. Нету ничего, нету! Спокойно. Че, Кирилл, однозначно лайк ставим, да? Ребят, вы однозначно перепишитесь, пожалуйста, на мой канал, на канал Богдана, за то, что мы это посмотрели, это было жестко. Ребята, я надеюсь, то, что здесь будет 15 тысяч лайков, потому что такое, да... Надо смотреть еще раз и ждать клип. Ребят, 15 тысяч лайков, мы посмотрим еще раз это. Вот посмотрим, насколько нас хватит, Кирилл. Короче, а еще потом посмотрим на ускорение, в обратной перемотке, и потом 360 наоборот, 8D. 8D и в 16, не забывай, да еще. Короче, с вами был Боди. Подписывайтесь на наш канал, включайте уведомления, ставьте лайки, ребят. Это а вообще... потом мы придем к Моргенштерну в кайф и прямо перед ним послушаем это на телефоне и спросим, ты как это сделал, Моргенштерн, ребята? Но как это и будет, если на этом видео круто. Будет 20 тысяч лайков. Если мы запишем это на видео. Кстати говоря, реально, я, если что, скоро уезжаю в Москву, и мы... Если здесь будет 20 тысяч лайков, то, наверное, мы реально... Нет, давай 25. 20 тысяч лайков мало. 25 тысяч. За 25... Ну, ладно, давай 20 тысяч. За 20 тысяч лайков мы сходим в кайф к Моргенштерну. Подписывайтесь на Инстаграм. Спросим, что это было. Да, все. Да нет, реально, попробуем, если найдем. Если увидим его, то обязательно сделаем. Если нет, то просто историю запишем, то, что мы были там. Поэтому с вами был Боди, с вами был Кирилл. Ссылочка на Кирилла в описании. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И сегодня стрим в 19:00 по Москве. Да ты... А... Погоди, нет, 17:00. И ссылка на игровой канал тоже в описании. Все, 17:00 по Москве стрим. Всем пока.